Есть два способа формирования фонда капитального ремонта. Первый – сделай все сам. Собери собрание собственников жилья, открой специальный счет одного дома, определи необходимые виды работы и материалы, выбери подрядчика, составь смету, контролируй весь ход ремонтных работ. Второй – поручи все сделать региональному оператору. Собери собрание собственников жилья, выбери регионального оператора, одобри предложенные виды работы подрядчиков, прими решение по факту выполненных работ. Будь ответственным собственником жилья. Сформируй фонд капитального ремонта и начни экономить на коммунальных платежах.